Ярмарка белорусской обуви и одежды, побывав в разных городах республики, прибыла и в Кокшетау. Организаторы предлагают качественную обувь по доступным ценам. Качественная кожаная обувь от лучших белорусских производителей представлена на ярмарке в Доме культуры «Истоки». Цены на женскую обувь варьируются от 15 до 45 тысяч, на мужскую – от 22 до 45 тысяч тенге. Кокшетауцам представлен товар на любой вкус и кошелек. Ассортимент рассчитан в особенности для тех, у кого зачастую возникают сложности в выборе обуви. Широкое голенище, высокий подъем и выпирающая косточка учтены в пошиве. На ярмарке представлена обувь для проблемных ног, также куртки, как мужские, так и женские. Вот данная обувь. Сделана она из натуральной кожи, овчинный мех, высокий подъем на широкую косточку. Вот. Подошва антилед, очень мягкая, из полиуретана. Нина Шпаковская долго искала теплые сапоги на противоскользящей подошве. Благодаря консультантам выбрала сапоги из натуральной кожи и меха всего за 17 тысяч тенге. Обращаюсь ко всем жителям города, как считала, если кто-то нуждается в теплой обуви на зиму, не скользящей, теплой, то обратитесь в Истоки. Здесь хорошая компания продает хорошую обувь. Я себе приобрела. Думаю, что я буду очень счастлива и даже не очень дорого. Помимо обуви на ярмарке представлены пуховики, куртки, жилеты из биопуха и верблюжьей шерсти. Напомним, найти любимую пару сапог и верхнюю одежду к ним можно в Доме культуры «Истоки» с 10 утра до 19:00 часов ежедневно. Ярмарка продлится до 27 декабря текущего года. Назира Балташева, Медет Кайркенов, Жамбыл Балтаев, Кокши Акпарат.